Друзья, короче, вот видите щель в калитке? Это вот калиточка у нас такая, да? Я ее сейчас прикрою вот этим вот, ну, вот этой железкой, железным листом, вот этим шуруповертом. Сейчас расскажу про шуруповерт. Видео, в общем-то, о нем. Ну, и вот показать, как он работает, и как... И в принципе, вот сказать, что для чего вот этот лист, это, короче, вот эта щель, да, это, так сказать, мои родные не хотят, чтобы здесь лазили собачки. У нас тут соседские собачки живут, они лазят через дырочку. Вот про шуруповерт, смотрите. Опять я вот с этим чемоданчиком... Снимаю на ходу, не обессудьте, не критикуйте сразу за это видео. И вообще, как бы попробуйте хотя бы раз в жизни сами сюжетное видео снять и посмотрите, что у вас получится. То есть шедевров у вас не будет, это однозначно, сразу говорю. Да и вообще по статистике я тут увидел такая тема. У всех, у кого есть смартфоны с видеокамерами, там супер-пупер мегапиксельные, скоростные, они никогда их не используют для вот для такого целенаправленного, для целенаправленного видео, да, снимать именно видосы сюжетные, потому что знают, что они обломаются со снятием видоса, да, от начала до конца, с разверткой, да, сюжета, там, по смыслу, чтобы все получалось. А потому что, если даже они и пробовали, они все попробовали, увидели, что, ну, просто шлак получается, и забросили. Поэтому обратите внимание, друзья, у всех, у кого есть смартфоны с камерами, они сюжетные видео не снимают. Они так снимают чисто там то, что увидели там без диалога, да, там раз-раз такие сняли-сняли, сами посмотрели в своем смартфоне, а потом удалили эти файлы или там родным и близким по WhatsApp разослали. Но не для того, чтобы люди увидели, там, если, допустим, это какой-то они сюжет хотели запечатлеть, им стрёмно просто это выставлять. А мне не стрёмно. Итак, вот давайте про шуруповерт. Смотрите, называется Hyundai. Вот меня поправили корейцы. Кстати, у меня друзья корейцы очень много. Им режет слух, когда произносят Hyundai, Hyundai, Hyundai. Hyundai, Hyundai, вот это вот, нет у них такого названия. Официальное произношение вот этого названия Hyundai по корейскому языку, и корейцы крайне расстраиваются, когда вот так вот коверкуют эти слова. Причем русскоязычные корейцы, они же тоже знают корейский язык. Так что респект и уважуха корейцам. Вот, собственно говоря, хочу рассказать сейчас про... Вот этот вот Hyundai. Многие кричат там, типа, да он китаец, там, ля-ля-то-поля, китаец, китаёза. Да, понятно, это китаец, совершенно верно. Он произведен в Китае под официальным логотипом и брендом Hyundai. Это не подделка, это не кооператив, это Hyundai. По системе ОМ размещает заказы. А вот эта продукция, она является некоторым мерчем, да? Ну, то есть мерч – это продукция рекламная, да, там, ну, не рекламная, а носитель бренда, да, чтобы, ну, для большего присутствия его в социальной среде, да, среди потребителей, да, и Hyundai, вот она в содружестве, может быть, с каким-то предприятием, да, там, китайским или там каким-то еще, вот решили вот такое вот чудо выпустить под своим названием. Если бы это было нелегально, то Hyundai, она бы просто бы влупила бы вот этих контрафактчиков и за то, что применяют ихний вот этот знак. Вообще за это, если нелегально что-то использовать, да, где-то, и потом продавать, за это даже есть уголовная ответственность. Должны все знать, то есть отдел по борьбе с экономическими преступлениями сразу влупит такое предприятие, которое дерзнуло, допустим, использовать чужой знак в целях обогащения. Да, имейте это в виду. Я просто немножко маркетолог, я знаю, что это такое. И контрактное вот это производство, оно не возбраняется. Естественно, вот эти корейцы, да, вот из корпорации Hyundai, они отслеживают качество тоже. И вот, вот смотрите, вот этот шуруповерт, для чего я его показываю, ему уже 5 лет. Он куплен в 2015 году.
Он вообще не убился, ничего, он работает. Я сейчас, вот, если у меня рук хватит, да, удержать камеру и вот это вот дело, ну, покажу просто, как он. Вот, смотрите, живчик, живчик, живчик. Вот, и эти аккумуляторы литий-ионные, они без эффекта памяти, всем уже известно. Они не высаживаются, не просаживаются. Единственное, вот их на морозе нельзя держать, хранить. Надо дома держать, если у вас сарай, то надо не в сарае в мороз оставлять на зиму, а домой унести. Ну, тут такая комплектация, там что-то я дополнил. Вот такие битки ударные, кстати. Вот, видите, тоже. Вот это Тулберг, да. Вот идите, зарегистрируйте свой логотип и поезжайте в Китай. И там есть специальные промышленные кластеры, которые вот в городе Гуанчжоу. Там это город, город-выставка. Там вот сидят вот с такой продукцией, вот даже с таким же дизайном, без логотипа предприятий, да, другого цвета, могут вам на контрактной основе там будут уговаривать, давайте произведем для вас вот такую продукцию. Ну, вы ее там по согласованию, естественно, видоизмените. Вот вам бизнес. Свой знак налепили. Пили, продвинули, привезли в Россию, поставку организовали и торгуете. Ну, это примерно так. Но это кто интересуется бизнесом, это вот я сейчас по пути вам расскажу. Так, что я делаю? Я что-то не пойму, что-то я, короче, засуетился. Что я хотел сказать? Дальше. Дальше надо прикручивать вот это, а рук нету. Сейчас я поставлю эту насадку. Биту, дай-ка я проверю сейчас, ну-ка, как вот это сюда идет или нет. Да, вот, восьмерка, а здесь не восьмерка, здесь десятка, вот в этом наборчике. И вот одной рукой сейчас достану, сейчас надо подмерить и пойду. Вот, это десяточка, вот, видите, имейте в виду, такие комплекты, вот такие, у вас их нету, а когда надо вот так вот, разнобой, да, вот здесь восьмерка, а здесь десятка. А у вас только восьмерка, вы такие раз шуруповертом вышли, такие, крутить, хлобысть, а тут не подходит, что делать? А этого нет в наличии, вот этой вот фигни. И вы такие ловитесь в магазин, быстрее купить себе такую штучку или набор, пусть она будет. А я вот заранее тарюсь, я знаю такие ситуации с детства, еще когда какую-то самодельную технику мы с пацанами брали, там переделывали, что-то доделывали, где-то что-то подкрутить. С одним ключом в поле не воин. Всегда сталкивались с тем, что надо будет ломиться куда-то, искать ключ подходящий, что-то выдумывали. Ну и вот с тех пор, короче, наученный горьким опытом, вот это вот постоянно есть у меня в запасе. Вот видите, от этого десятый, вот он прокручивается. Восьмой есть, десятый есть, все есть. Вот тут вот еще есть, вот видите, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Друзья, подписывайтесь на мой контент, вообще вот на вот этот, на мой канал. Может, что-то полезное вам пригодится. Те, кто кричит, что много болтовни, идите вон отсюда, не останавливайтесь, не смотрите. Зачем вы смотрите? Или включите тогда это, скорость увеличьте, или промотайте. Так, вон грядки, вот которые я показывал, вот они, потом их покажу еще. Еще про теплицу хочу рассказать в следующем видосе. С зимы, короче, снимал видос на лето. Показать, как она, ну ладно, это в том видосик. И вот, короче, болтовни много, да, не нравится — вали, КЛЭ не болей, здравствуй, до свидания. Все, это видео не лично для тебя, кому-то нравится, кому-то нет. И вообще, это наши контенты, это не топовые там с крашенными, да, вот этими, как их, крашенные блогеры топовые, да, там, красные там волосы, синие, зеленые усы, там, еще что-то. Если тебе такой нравится контент, вали туда, смотри там и отлизывай, короче, вот там вот, почести, отлизывай. Отлежи позже. Кому не нравится, что я сейчас говорю, можете сказать тоже до свидания. И, ну, извиняюсь, конечно, это меня поволокло. Я вообще иногда злыдень такой неимоверный. Не знаю, злой какой-то я человек. Скорее всего, это какой-то гнев. Ну вот, меня клюют, а что же я буду радоваться, что ли? Нет. Кто-то скажет, да говно, надо брать там этот Bosch, Hitachi, The Wild.
Так иди купи Дывал, ты где-то у тебя лишние деньги есть. Это бюджетный вариант, вот, пожалуйста, который, ну, уже 5 лет работает, который, блин, что-то я заболтался, хотел показать. Ладно, это про шуруповерт. Вот, у него, вот, смотрите, такие есть, короче, возможности. Так, у него вот переключатель есть такой, он до сих пор плотный, смотрите, хопа. О, еле-еле переклеит, он мощный, короче, ну, он не расхлябанный, сам вообще шуруповерт сбитенький такой. Так, сейчас я достану вот эту, как его, батарею, вот, смотрите, батарея, вот, все прописано, да, вот здесь вот, как бы, все данные, да. Вообще, вот такой я встречал еще, знаете, какой шуруповерт, под названием Хаммер, короче, есть такой. Так, где-то какой-то трактор или мотоблок, что ли, едет опять. Здесь у меня рядом соседи просыпаются. Сейчас будний день, это я приехал, короче, здесь тоже нужно было срочно. И вот, вот он, вот две такие батареи. Вот такой вот, ну, этот вот. Ну, я показывал уже про этот шуруповерт. Никто не смотрит наше видео, поэтому второй раз вот снимаю. Может быть, кому-то пригодится. Вот этот вот переключатель реверс до сих пор не люфтит. Потом вот, смотрите, на просвет. Видите, как далеко патрон? У него есть, правда, небольшой люфтик. Но я заметил, вот, видите, нет у него такого люфта, как я вот китайский тоже показывал, который шуруповерт живет в одной мастерской. Он там работает, блин, вот это да. Он там работает реально, реально на производстве. Это на мебельном производстве. Зайдите на канал на мой, вот, найдите это видео. Китайский шуруповерт живет, счастливо живет в мастерской. Он там реально работает. Вот у него люфт, конкретный люфт. У этого нету люфта. Вот, ну, блин, как показать-то? Видите, одной рукой невозможно. Сейчас я камеру пристрою. Секунду. Вот, смотрите. Так, сейчас. Видите, я, вот, вот он. Это не люфт, это, ну, допустимый ход небольшой. Вы знаете, если бы люфта не было бы здесь вообще, тут же соединение, вы понимаете, не бывает такого, что люфта совсем где-то нету. То есть вот здесь вот получается вал от двигателя через редуктор. То есть там же идет не целиковое соединение, да, там идет через шестерни потом. Кстати, вот. Вот этот вот редуктор переключается, видите, без щелчков. Почему-то, вот, единственный косяк, он стал без щелчков переключаться. Там, видимо, съела ее эту коронку или что, вот это там внутри венец такой зубчатый. Перестала щелкать, но сама вот эта, как ее, сам редуктор срабатывает. Смотрите, вторая скорость. Так, это в другую сторону. Вот, вторая, видите, вот. Проверять заряд вот здесь, сейчас вот в тенечке покажу. Нажимаете кнопку, и вот здесь вот загораются лампочки. 3 лампочки, видите, вот. Одна здесь на экране тускло очень горит. Тут затонированная такая херня. И вот фонарь тоже почему-то они сделали затонированный. Ну, вот такой вот Hyundai. Не знаю, купили, потому что дешево. Ну, как дешево? Не дешево, а доступно по цене. То есть мы его купили за 4500 рублей. Сейчас он вроде как исчез из продажи, сейчас другие получше стали, побольше. У него 30 ньютона-метров, 28 точнее, ньютона, а нет, 30 ньютона-метров у него в сила закручивания. Или 28, я точно уже не помню. Это максимальная сила закручивания. То есть он закрутит 10-й саморез, ну, вгоняет нормально. Но смотрите, это же тоже не гигантский. Это не строительный такой, не суперстроительный. Это более, больше такой отделочный такой. Ну, для отдельщиков, вот для электриков он очень хороший. В щитке лазить там где-то, там в узких пространствах. Легкий, да, он без крючка. Его в кобуру лучше, конечно. Ну, у меня кобура есть, я в кобуру его бросаю, но он справляется на, вот, вот смотрите, грядки, вот, грядочки, вот я этим шуруповертом закручивал. Так, давайте сейчас паузу возьму, вставлю эту, как ее, насадку. Вот, друзья, смотрите, видите, переходник взял, ну, удлинитель, а на первой скорости закручивания, 10-я насадка, я сейчас объясню, для чего удлинитель. Вот, видите, закрутил. Сейчас вот 8-й куда-то потерялся у меня.
саморез. Смотрите, удлинитель, он нужен для чего? Для того, чтобы далеко не лезть, понимаете? И вот, чтобы не ерзать вот этим патроном по материалу или материалом по патрону. То есть удобно где-то раз вот так вот. Видите, а так вот у меня было бы без насадки, вот сюда руку надо протягивать. А так я раз вот сюда, и более как бы контролируется все это дело. Вот, в принципе, удлинители для этого и нужны. Ну и плюс быстрый съем. Видите, раз снял, другую поставил битку, да, любую. То есть удобно, да? И это вот как некоторые ищут какие-то быстро беспатронные, там, быстрый съем, вот, пожалуйста, в обычный патрон поставил этот переходник, вот тебе быстрый съем, быстрая замена. Да, вот такой вот видос у меня получился. Решил немножко вот рассказать про вот это, поскандалить по пути решил. Так, сейчас я кепку возьму, у меня кепка слетела, пока снимал, ветром сдуло, пока съемку эту делал. У нас тут ветер поднялся. Итак, в общем, смотрите, подведем итог. Видео длиннющее получилось. Я вырежу что-то там, может, не вырежу. Короче, не знаю. ОМ производство, ОМ продакшн сейчас достиг такого уровня, что все фирмы, которые существуют, даже крупные корпорации, они размещают где-то на ОМ производстве. ОМ-контракты подписывают. ОМ. Загуглите это все дело. ОМ. Английскими буквами. Original Engineering Marketing. Как-то это так называется. Или менеджмент. Что-то такое. Короче, есть оригинальная разработка, которая отдана на производство под разными любыми другими брендами. Конструкторская, короче, тема, которая вот, она вот имеет место быть. Да? И она no name. И вот ее внедряют, и где-то видоизменяют потихонечку. Вот все вот эти вот инструментальные бренды, да, там Зубр, всякие там, какие еще там, Союз, вот эти вот, да, инструменты, всякие инструменты. Интерскол, он хороший, но он тоже ОМ. Интерскол, он не производится в России. Они однажды, сборочный цех у них был в Химках, они болгарки там собирали из китайских комплектующих, которые привозили из Китая, собирали в Химках у себя на базе вот эту болгарку, там несколько моделей, да, и имели право лепить надпись «Сделано в России», потому что она собрана в России. Ну, в принципе, это нормально тоже. И они контролировали качество, и Интерскол очень всеми любимый инструмент, как бы. Вот. Что не ОМ? Не ОМ, 90% не ОМ, это фиолент. Вот, который крымский фиолент, инструменты фиолент. У них свое пластмассовое литье, у них своя обмотка двигателей, у них свои сборочные цеха. Единственное, комплектующие дополняют, там это японские подшипники они закупают, аккумуляторы, если где-то аккумуляторный инструмент, они закупают импортные. У нас нет литионного производства. А вот, ну, по мелочи что-то, но они не Китай, 100%. Не Китай. И у них свое дизайнерское бюро, свое конструкторское бюро. Они разрабатывают свои инструменты. Так что имейте в виду. Но, видите, они по дизайну не очень хороши. Потом, какой еще инструмент? Этот Лепсе, да, вот это вот есть болгарка, да, кировская, да, это, короче, какая-то побочка от военного производства в России и от Советского Союза осталась. Вот они там наладили вот это Лепсе, короче, вот это кировка, болгарка кировка называется. Ну, вот она, говорят, неубиваемая. У меня, правда, ее не было. Кировская болгарка. Но у них, кроме болгарок, вот там вот 125-й круг, 115-й круг и 230-й, я что-то больше ничего не видел. Ижевский этот инструмент весь закрыли производство. Байкал. Это вот в 17-м году последние продажи, я знаю, были Байкал. Ну, тоже там такой дизайн, не ахти, прошлый век. Ну, такие квадратные, здоровые инструменты. Ну, как бы я с ними сильно не знаком. Ну, ижевские зато, российские. Такие еще есть инструменты. Все, тверской инструмент, все, дрели тверские, все вы не найдете. Это убитое предприятие. Конаковская дрель, которая была с Советского Союза, все помнят. И ее сейчас не найти, только БУ на Авито можно найти. Поэтому вот довольствуемся вот такими вот инструментами, вот в таких вот кейсиках, вот, смотрите. Вот, видите, даже
окей, Hyundai, да, вот отдельная надпись. Hyundai, не Hyundai, а Hyundai. Ладно, все, друзья, на этом все. Пока.